Всем привет-привет! Ну что, сегодня я начинаю такую обширную тему на своем канале, а именно диетология. Очень многие из вас меня просили об этом рассказывать, просили об этом снимать, и я с удовольствием начинаю это делать. Кто не в курсе, с марта месяца, сейчас у нас ноябрь, я перешла на низкоуглеводное питание. Также за это время я прошла несколько курсов, я изучила всю информацию, всю литературу, которую вообще только нашла на тему диетологии, нутрициологии, и вообще работы организма человека. И на данный момент я являюсь уже дипломированным специалистом, и, как я считаю, я могу, так сказать, вещать на эту тему, руководствуясь не только какими-то личными наблюдениями, но и медицинской плюс научной информацией, которой я сейчас владею. Конечно же, большинство из вас, кто откроет это видео, интересует тема похудения, и о похудении мы говорить однозначно будем. Но я преследую немножко другую цель. Через те похудения я хочу направить вас немножко в другое русло, а именно в русло здоровья, хорошего самочувствия, улучшения работы организма, улучшения своих когнитивных способностей и вообще совсем другое качество жизни, чтобы вы физически себя стали ощущать намного лучше, чем до той информации, которую вы от меня услышите. Так что да, если вам интересно, то давайте начинать. Эта тема очень большая и очень обширная, и, естественно, в одно видео мы не вложим. И сегодня мы начнем с основы основ, а именно основных принципов построения вашего питания, чтобы похудеть и чтобы чувствовать себя хорошо. Первое и самое главное, что я слышу очень от многих, особенно фитнес-блогеров, чтобы худеть, чтобы хорошо себя чувствовать, самое главное – держать дефицит калорий, и неважно, что вы при этом едите. Это категорически неправильно, я даже скажу, что это полный бред, потому что, давайте разбираться, калории. Что такое килокалории, если быть точнее? Это единица измерения, как литр, как километр. Если проводить аналогию, вы же не можете сказать, что чтобы машина ездила, в нее нужно заливать литры. Литры чего, простите? Борща, компота, бензина. То есть это утверждение, оно само по себе абсурдно. Потому что когда ваш организм хочет есть, он просит у вас не калории. Он просит у вас макро- и микронутриенты. И пока он не получит необходимое ему количество этих веществ, он будет просить есть. Соответственно, у вас будет сильный аппетит, и вы будете постоянно переедать. Поэтому в первую очередь нужно не калории считать, а обращать внимание, на что конкретно вы едите. Ваша тарелка, она должна быть нутритивно ценной. Нам нужны белки, жиры и углеводы. Это замечательно, это все знают. Но помимо них, нам нужна еще куча всего, чтобы эти белки, жиры и углеводы элементарно усваивались, и чтобы все процессы в организме работали правильно. Это какие-то минералы, это витамины и многие другие микроэлементы. Поэтому, если вы будете кушать всякую дрянь, но при этом держать дефицит калорий, это вовсе не сделает вас худой и стройной, это сделает вас больной и несчастной. Да, какое-то время это будет работать, потому что это будет стресс для организма, но рано или поздно организм адаптируется к этому калоражу, и он начнет просить еще больше, потому что он не получает всех необходимых веществ. Конечно же, я не говорю, что вы должны полностью отказаться от всех вкусняшек и ничего себе никогда не позволять. И даже я вам скажу больше, если вы пришли на день рождения к своей бабушке, и бабушка старалась и испекла домашний тортик, то скушайте этот тортик и получите от него удовольствие. Просто не нужно кушать этот тортик каждый день. На 80% ваш рацион должен состоять из нутритивно ценных продуктов. И 20% вы можете себе позволить всяких говняшек. Лучше всего получать все необходимые микроэлементы из питания. Если, конечно, этого не хватает, то нужно добавлять какие-то сопли в виде витаминов и БАДов, но все-таки основной акцент мы делаем на питании. Но, к сожалению, современная пищевая промышленность и качество продуктов, которые она предлагает, очень далеки от идеала, поэтому если у вас есть возможность доставать где-то домашние продукты, то постарайтесь это делать и именно такими продуктами забивать свой холодильник и морозильную камеру. Например, куриные яйца – это невероятно ценный продукт, который обязательно должен быть в рационе каждого человека, если у вас, конечно, нет какой-то индивидуальной необходимости.
непереносимости. Но яйцо от курицы, которая всю жизнь провела вот в такой вот клеточке на ферме, и яйцо от курицы домашней, которая была на свободном выгуле, совершенно разные по количеству содержания полезных микронутриентов. Я сниму отдельное видео про продукты, которые должны быть в вашем холодильнике, чтобы вы стройнели и хорошо себя чувствовали. Но сейчас вы должны запомнить самое главное правило. Ваше питание должно быть нутритивно ценным, то есть оно должно содержать в себе максимальное количество полезных веществ. И также очень важно, чтобы оно было разнообразным. И если пока не вдаваться в витамины и микроэлементы, говорить только про белки, жиры и углеводы, то каждый из этих макронутриентов должен присутствовать в каждом вашем приеме пищи. То есть не получится перекусить просто булочкой, в которой будут одни только углеводы. В вашей тарелке должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Второе важное правило – это частота приемов пищи. Наш человеческий организм не рассчитан на постоянное жевание. Мы же не коровы, правда? Наши предки так не жили даже 100 лет назад, но где-то в 60-х годах пошел бум развития пищевой промышленности, и еда стала настолько доступна, что частота приемов пищи просто превратилась в какой-то бред. Человек по факту жует на протяжении всего дня. То печенька, то конфетка, то орешек, то сухофруктик, который, кстати, тоже считается якобы очень полезными, на самом деле ничего, кроме сахара и фруктозы, они не содержат. И польза в них просто нулевая, но давайте не будем сейчас углубляться. Так вот, вообще само понятие «полезный перекус» – это полный бред, потому что сам по себе перекус, он не может быть полезным. Человек должен питаться полноценно 2-3 раза в сутки, не более того. Конечно, если у вас есть какие-то проблемы с внутренними органами, если у вас удален желчный пузырь и так далее и тому подобное, то это уже совсем другая история. Это уже медицинский вопрос и медицинская диета, которую вы должны придерживаться. Но в общем, если у вас все нормально, то кушать нужно 2-3 раза в сутки, не более того, без каких-либо перекусов. Если вы хотите скушать какой-то фруктик или орешек, или там даже печеньку, то вы должны съесть их вместе с основным приемом пищи, но никак не в промежутке. И эта проблема постоянного жевания, она привела к глобальной катастрофе в виде диабета второго типа, а именно инсулинорезистентности, атрофии таких гормонов, как грелин и лептин, которые отвечают за сытость и аппетит. И вообще весь процесс ЖКТ, он очень сильно сбился у современного человека. И вы знаете, сейчас многие ученые приходят к тому, что даже рак – это метаболическая болезнь, которая возникла вследствие нашего питания. Давайте разбираться, что такое инсулинорезистентность и почему ее все так боятся. Дело в том, что каждый раз, когда мы едим, неважно, что у нас поднимается уровень инсулина, расти он должен постепенно. Я думаю, что вы слышали про продукты с низким гликемическим индексом и с высоким. Так вот, продукты с низким индексом дают рост инсулина постепенно, а продукты с высоким индексом моментально поднимает его просто до небес. Инсулин обязательно нужен нашему организму, потому что это ключ, который способен открыть клетку и провести в нее глюкозу. Глюкоза клетке нужна для того, чтобы в принципе в организме была энергия и он функционировал. Так вот, когда инсулина слишком много, со временем рецепторы клетки становятся к нему нечувствительные. То есть инсулин, как ключик, берет глюкозу за ручку, приводит ее в клетку, пихает свой ключик в клетку, чтобы ее открыть, а ключик не подходит. Клетка его не чувствует, и глюкоза в клетку не попадает. У нас происходит отсутствие энергии, клетки не могут нормально функционировать, при том, что и глюкоза в организме есть, и инсулин в организме есть. И именно постоянные перекусы и постоянное жевание, оно заставляет инсулин все время находиться на высоком уровне, вследствие чего клетки становятся к нему нечувствительны. Поэтому питание ваше должно быть таким, чтобы вы поели, инсулин постепенно поднялся, и потом постепенно снизился. Потом снова вы поели, и произошла вот такая вот волна. Тогда организм будет успевать нормально функционировать, переваривать пищу, всасывать все необходимые микронутриенты и обеспечивать клетки организма всем, что им необходимо. Поэтому частота приемов пищи играет огромное значение. И кушать каждые 1,5-2 часа очень вредно для нормального организма. И по поводу похудения, если вы постоянно будете держать
держать инсулин на высоком уровне, вы никогда в жизни не похудеете. Потому что, скажем грубо, с молекулярной точки зрения это неправильно, но это, скажем так, понятный язык. Инсулин блокирует расщепление запасов жира. То есть тот жир, который откладывается у вас в бедрах, в животе, в руках, в общем, везде на лице, который вам бы хотелось сбросить, он никогда в жизни не начнет расщепляться, пока инсулин будет на высоком уровне. Поэтому хотите худеть, перестаньте перекусывать, питайтесь нормально 2-3 раза в сутки. И правило номер 3 – это то, как мы едим. Во-первых, человек обязательно должен жевать. Так устроена не только ЖКТ-система, но так устроен и наш скелет, и мышечный каркас. Вот эти жевательные движения, они обязательно должны происходить. Благодаря жеванию во рту вырабатываются те необходимые ингредиенты, чтобы все, что вы едите, нормально усваивалось и нормально переваривалось. Поэтому модные сейчас всякие смузи, боулы и так далее. Извините, херня на постном масле. Да, это имеет место быть как дополнение к вашей основной еде, особенно если вы добавляете в эти смузи много зелени, много каких-то полезных ингредиентов, но это ни в коем случае не должно быть заменой вашего приема пищи и ни в коем случае не должно быть основой вашим приемом пищи. Это просто небольшое дополнение. Также сочетание продуктов и то, как вы их готовите, тоже имеет колоссальное значение. Например, витамин С, он не термоустойчив и не светоустойчив. И когда вы варите, так сказать, компотик на ягодках, чтобы получить большое количество витамина С, еще и сахарочек туда добавляете, чтобы он был повкуснее, то на самом деле витамин С только до 40 градусов остается устойчивый, а потом он просто становится бесполезный. Когда компотик вы перекипятили, витамина С уже в нем не осталось, но зато это сладкая жидкость с сахаром, а как вы знаете, сахар не самый полезный ингредиент для нашего организма. Конечно, я никого не удивлю, если скажу, что самые полезные способы приготовления еды это запекание, это варка и готовка на пару. Вы не должны кушать слишком быстро, но и в то же время не нужно кушать слишком медленно. Сидеть час в ресторане над одной тарелкой это на самом деле нездорово. Но и в то же время за 5 минут заглатывать в себя все, что вы видите на блюде, это тоже нехорошо. В среднем человек должен кушать где-то 15-20 минут. И еще очень важный момент, любой прием пищи, особенно первый, лучше всего начинать с белка. Именно это запускает правильную работу организма. То есть, если вы видите на тарелке на своей салат и кусочек мяса, то первым в рот положите кусочек мяса, лучше 2 или 3, а потом уже приступайте к салату. Также есть очень интересные нюансы, о которых я буду со временем вам рассказывать. Например, картофель. Если его сварить и потом остудить, то, во-первых, у него снижается гликемический индекс, а во-вторых, в нем образовывается резистентный крахмал, который является просто замечательной пищей для нашей микробиоты в кишечнике. А она отвечает практически за все процессы в организме. Поэтому, если вы хотите кушать картошку, то лучше кушать ее не горяченькой, только что приготовленной в виде пюре, а сварить ее в мундирах, остудить, а потом добавить в салат, либо в какое-то другое блюдо. То есть то, как мы едим и как мы готовим свои продукты, это тоже имеет колоссальное значение как для похудения, так и для нормальной работы организма. Но основные правила, которые вам нужно запомнить, во-первых, пережевывайте пищу очень тщательно, а во-вторых, старайтесь не зажаривать ее до образования вот этой черной корки, а лучше варите, парьте и запекайте. И, естественно, как я уже говорила, пусть на вашей тарелке будут и белки, и жиры, и углеводы. Давайте еще раз повторим три основных кита, на которых строится здоровое питание и здоровый процесс начала похудения. Это высокая нутритивная ценность тех продуктов, которые вы едите, частота приема в пищи и сам процесс, как вы едите и как вы готовите свою еду. И быстренько поделюсь с вами своим опытом. У меня даже где-то в феврале месяце прошлого года было отдельное видео на канале, где я говорила, я не понимаю, что со мной происходит, почему я так плохо себя чувствую, что с моим организмом. У меня постоянно случались какие-то проблемы. Особенно это произошло после рождения ребенка. Мой организм
организм, он, в принципе, отказался нормально функционировать. Я утром просыпалась, пила водичку натощак без ничего, и у меня уже от водички возникало вздутие, какие-то боли в животе, тошнота, плохое самочувствие и так далее. Что бы я ни ела, мне было плохо. И плюс проблема, с которой я просто не знала, что делать, это мигрени. Мигрень — это такая страшная головная боль, и при моих мигренях мне не помогало ничего вообще, и они могли длиться у меня где-то по четверо суток без остановки, ну как минимум по 2 дня. И вы знаете, когда вы все время находитесь в состоянии вот этой боли, то, скажу вам честно, где-то на 3-й день уже начинают посещать суицидальные мысли, потому что, ну это правда очень сложно терпеть. И я обходила к врачам, я кого только не посещала, кому я только не приходила, к самым крутым гастроэнтерологам в городе Киеве. Они мне все назначали вот такой вот список лекарств, я их покупала, я их пила, и мне ничего не помогало вообще. И в марте месяце я решила попробовать кето-питание. Ни в коем случае не для похудения, эту цель я вообще не преследовала. Мне хотелось стать здоровее, мне хотелось лучше себя почувствовать, а именно кето-питание обещало такой результат. Я ни в коем случае вас не агитирую за кето, я просто рассказываю вам свою историю. И вы знаете, когда вот я перешла на кето, я прошла кето-грипп так называемый, и уже организм вошел в кетоз, я просто не поверила тому, что происходит. Какие-либо проблемы с ЖКТ у меня пропали вообще полностью. То есть вообще я забыла, что такое какие-то боли, я забыла, что такое вздутие. Я вообще не вспоминала о своем животе в течение дня. Мои мигрени, они сошли на нет, их просто не осталось, вообще ни одной. У меня первая мигрень случилась из-за резкой перемены погоды, и я, так скажем, перенапряглась накануне, где-то через 3 месяца после перехода на кето. Я была в шоке. Сейчас у меня мигрени бывают, случаются, но я уже и не придерживаюсь кето-питания. Часто я подумываю, что, возможно, мне стоит к нему вернуться, потому что лично мне это питание как нельзя лучше подходит. Также я заметила такую штуку за собой, когда я ем глютен, и если я превышаю какую-то дозу, я не знаю, какая моя доза, но, в общем, какую-то я превышаю, то у меня случается вот прям отравление. Я могу прям обнимать унитаз, сидеть на унитазе сутки, и мне будет очень плохо просто от элементарно глютена. Я даже пошла в клинику, сдала анализ на непереносимость глютена. У меня вроде как непереносимости нет, но я вижу реально, что я на него так реагирую. Поэтому я, да, стараюсь его, конечно же, не употреблять и вообще не включать в свой ежедневный рацион. Да, и еще по поводу анализов, у меня аутоиммунный тиреоидит уже более 10 лет, и я до того, как перешла на вот это вот низкоуглеводное питание, я постоянно сидела на гормонах. Я каждый божий день пила эутирокс. Это заместительная терапия, которая помогает работать щитовидной железы, потому что щитовидная железа не вырабатывает достаточное количество гормонов. Так вот, когда я перешла на низкоуглеводное питание, в качестве экспериментов я решила на какое-то время полностью убрать эутирокс, вообще его не пить и смотреть, что будет происходить с моим организмом. И вы знаете, с каждым месяцем показатели щитовидной железы у меня становились лучше, лучше, лучше. Антитела к щитовидной железе, когда я только начинала, у меня были где-то на уровне 1000, сейчас они у меня на уровне 150. И это при том, что если вы придете к любому эндокринологу и скажете, что у меня повышенные антитела, эндокринолог вам ответит, что, к сожалению, сейчас это никак не лечится, вот это невозможно. Ну, просто не обращайте на них внимания. Это то, что мне говорили, во всяком случае, эндокринологи. Так вот, только за счет питания мои антитела, которые не лечатся, снизились от 1000 до 150, а показатели щитовидной железы, у меня гормонов щитовидной железы в абсолютной норме. У меня даже там в 20 лет не было такого ТТГ, как сейчас. И это просто за счет питания. Естественно, я стала чувствовать себя лучше. Естественно, я стала выглядеть лучше. У меня стали лучше волосы, ногти, кожа. И вообще, я вам хочу сказать, что моя жизнь, она разделилась на до
и после. До низкоуглеводного питания и после него. Поэтому, конечно же, мне хочется об этом рассказывать вам, и мне хочется, чтобы каждая из вас стала здоровее, за счет этого стройнее, красивее и счастливее. Поэтому на этой позитивной ноте мы будем заканчивать сегодняшнее видео. Я обязательно буду продолжать снимать на эту тему и очень надеюсь на вашу поддержку, на ваши положительные или отрицательные реакции, ну, в общем, на какие-нибудь реакции. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Это будет мотивировать меня снимать для вас больше и чаще. И все. Да, всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что вы провели это время со мной, уделили его моей персоне, моему каналу, мне невероятно приятно. И увидимся с вами совсем-совсем скоро в новых видео. Пока!